Администрация областного центра напоминает горожанам об изменении схемы движения общественного транспорта по улице Спартака. Там, в районе дома номер 47, Тверь-Водоканал начал ремонтные работы, из-за чего часть дороги перекрыта. В качестве альтернативы разработан временный вариант организации движения автобусов. В частности, машины, идущие по маршрутам номер 2, 7, 10, 33, 113, 141, 142, а также 202 и 227, при движении в сторону Пролетарки следуют заездом на улицу Арсения Степанова. В обратную сторону подвижной состав передвигается по улице Коробкова. Данная схема будет действовать до 18 октября, когда планируется завершить ремонт водопровода.